Расходы за коммунальные услуги и капитальный ремонт можно возместить. Компенсация составит от 50 до 100% в зависимости от льгот. Так, рассчитывать на полное возмещение расходов могут одинокие пенсионеры от 80 лет. 50% от оплаченного получат инвалиды и члены их семей, а также одинокие пенсионеры от 70 лет. Основное условие получения компенсации – отсутствие задолженности. Оформлять возмещение можно каждый месяц. Обратиться за получением или информацией о предоставлении, о праве на получение этой компенсации и о порядке предоставления этой компенсации и за фактическим получением этой компенсации можно в отдел социальных пособий, который находится в каждом районе при администрации района города. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!